когда вот звонят из Харькова, приезжают в Харьков, какие-то ассоциации возникают? Вообще, вот какое настроение, какие чувства, что? Ну, Харьков. На самом деле, очень-очень люблю гастролировать в Харькове. Бываю там, ну, не знаю, пару раз в году, наверное. Вот. В последнее время больше там уделяю времени Киеву, но когда Харьков звонит и приглашает, я очень рада. И я должна отметить, что транс-комьюнити харьковская приезжает в Киев на мои проекты регулярно, за что им большой респект. Ребята, любители транса, это в наше время, это здорово, да. Почему это здорово? На наше время засилие попсы и тому подобное. Да ну ладно, попса это, конечно же, коммерция, но все равно транс найдутся любители, те, которые любители именно этой музыки, ну, истинные любители, которым это нравится и которым это по душе. Какова судьба вообще вот транс-музыки у нас? Я думаю, что все стили идут к коммерческому звучанию и к смешиванию. Все смешалось настолько, что различить там что-то, рассоединить практически невозможно. Приходится очень много часов уделять новой музыке, промо. Лейблы присылают мне свои треки, плюс я там на битпорте покупаю какие-то материалы для своих сетов, на радио, в клубах. И все труднее подбирать материал. Сначала об Анне Ли. Что ты о ней знаешь вообще? Вот скажи, почему ее пригласил? На самом деле, когда я начинал свою карьеру в сфере диджеинга, это стартовало в 2004 году, я был очень сильным поклонником этого артиста. Это одна из немногих девушек, которая сама пишет музыку. Это веселая, завораживающая техно, под которое люди привыкли двигаться и веселиться. Важно для вот исполнителя, для музыкантов, работающего в этом жанре, попасть в радиошоу? Безусловно, важно быть гостем с какой-то периодичностью. У меня на сегодняшний день 4 радиошоу. Одно выходит на DIFM в Нью-Йорке, Club Styles часовой по Украине, Club Styles двухчасовой на Автоаурс FM, транслируется в Америке, Канаде и в Европе. И еще на PDJ TV, Radio Intense. В этом году Аризона экспериментирует. У нас не только транс, у нас 28 июля выступал диджей Топольский. И на самом деле каждый диджей собирает своих поклонников и поклонниц. Тех людей, которые пришли непосредственно на своего кумира. Люди любят Аризону. Приходите к нам и днем, и ночью. Всегда вам рады. Придерживаетесь вы каких-то систем вот в питании? Я просто ем здоровую еду, не ем мясо вообще. Овощи, фрукты, только все свежее. Я не могу сказать, что я вегетарианка, да, потому что я ем рыбу. Фасоль я просто люблю, это нормально. Чечевицу там, еще там какие-то. Я пью фреши, тренируюсь и, в принципе, пропагандирую здоровый образ жизни. августа, дамы и господа, мы приглашаем вас на антикризисную пенную резиденцию. Первая партия билетов на пенное шоу будет стоить 40 гривен. Такого количества пены вы еще не видели. 16 августа в Arizona Beach Club.